Юные музыканты Москвы и Петербурга встретились в северной столице. В Малом зале филармонии прошел совместный концерт учеников 7 классов двух старейших музыкальных школ страны. Обеим исполнилось 80 лет. «Две школы, одна судьба» – под таким названием прошел проект двух столиц. Воспитанники Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Московской консерватории имени Чайковского впервые сыграли на одной сцене. Инициативу проявили москвичи, петербуржцы поддержали. Инициативные родители взбаламутили, наверное, лучше выразиться так, класс. Класс приехал сюда и с концертной программой, и с экскурсионной. Это творческое содружество, как, в общем, наверное, в искусстве не бывает противостояния. Искусство хорошее, великое классическое искусство – это, прежде всего, созидание. В программе концерта классические произведения русских и зарубежных композиторов. Составляли ее обе школы вместе, учитывая пожелания воспитанников и педагогов. Алиса Садикова выбрала к исполнению «Фантазию» на темы из оперы «Евгений Онегин». Потому что она достаточно яркая и очень мелодичная и красивая. Опыта публичных выступлений ребятам не занимать. Многие из них уже лауреаты всероссийских и международных конкурсов. А это уникальное, как говорят организаторы, историческое совместное выступление обязательно принесет пользу как самим юным музыкантам, так и всей русской исполнительской школе.